Тот санаторий Затишье города Клинцы нашего, знаменитый наш санаторий. Мы приехали сюда поздравить тетушку. 84 года. Такая красота, территория. Не весеннее настроение, конечно, но очень здесь красиво. Вот он, красавец, сосны. Бесподобное. Вот в таком месте, в красивом, находится наш санаторий. Затишье. Фигурки сделаны на территории санатория нашего Затишья. Красивая. В снегу лягушка, квакушка. Сейчас обойдем с другой стороны. По-зимнему очень красиво, несмотря что передал МЧС снегопад и мороз до минус 25. Летом здесь хорошо. Беседки, прийти с соснами, поговорить на ветру. Вот еще елочка новогодняя. Уважаемый отдыхающий, убедительной просьбе павлинов не кормить. Ну, конечно, сейчас павлинов нет, но зато там белочки. Но их тоже нет, потому что холодно. Холодно. До минус 25 передали, поэтому их не видать. Ну, елочку еще не убирали. Конец февраля. Затишье, скважина минеральных вод, взяты под охрану государства. Вот кто пьет нашу затишинскую водичку, это вот здесь ее производят. Вот так вот. Очень хорошая водичка, целебная, мы ее пьем, местные все жители. Это очень целебная и полезная. Вот она. Избушка на куриных ножках с бабой-ягой. Да, бабулька, сидишь, мерзнешь. Ай-яй-яй. Вот такая красавица бабулька. Ну, нету там. Это здание питьевой, написано питьевая галерея. Работает с 7 часов 30 минут утра. Но мы заходить туда не будем. Так, здесь клуб и столовая. Очень красиво внутри. Вот сейчас посмотрим. Это сосны. Дышат так хорошо. Еще и солнышко сегодня немножечко. Такой корпус столовой, где мы будем праздновать день рождения. Здесь зал, где мы будем праздновать. Красивый зал. Красивый. Это зал. Стол накрыт. Вот он, стол накрыт. Какое оформление красивое. Вот бабушке сделано. Очень красиво. Блюдо. Красиво оформлен. Такие блюда. Нарезочки. Щука фарширована. Такая красивая. Рулетики. Салат. Козел в огороде, как я называю. Арочка красивая.